парке «Авиатора» Дзержинского района общественная организация «Спортивный город» совместно с организацией «САВА» при информационной поддержке администрации района провели мероприятие в рамках проекта по работе с маломобильными детьми. Сегодня вот этим мероприятием «Спортивный город» начинает свой проект по работе с маломобильными людьми. Команды готовы? Да! Для начала давайте сделаем все просто гимнастику. Все умеют делать гимнастику? На мероприятии для детей были организованы различные конкурсы, спортивные игры. В такие моменты, когда видишь счастливые детские лица, хочется особенно поблагодарить организаторов. Общественная организация инвалидов САВА занимается социокультурной реабилитацией детей-инвалидов и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы проводим летом очень много таких соревнований на свежем воздухе, чтобы дети подышали воздухом, посоревновались, привыкали к адаптивной физической культуре, чтобы в школе было намного лучше учиться и заниматься. Готовим их к сдачам норм ГТО. Спасибо. Сегодня «Спортивный город» начинает свой проект по работе с маломобильными людьми. Дзержинский район – это первый район, где мы начинаем эту программу. Сегодня мы работаем с детьми общественной организации «САВА». И мы предложили им пройти такое тестовое мероприятие, на котором мы узнаем физические возможности этих детей. Посмотрим, какие можем мы предложить упражнения и занятия для этих детей, чтобы развить у них ловкость, чтобы развить у них координацию движений и морально-волевые качества. С вами была Чернышова Анастасия и молодежная телестудия «Дзержинка».